Добрый день, друзья, коллеги, девчонки, пчелки. Сегодня видео такое, как бы наполовину пчеловодческое, наполовину нет. Приехал я с новой почты, получили мы две посылки. Одну посылку — это вот прекрасный шедевр пчеловода-любителя с Бердянска Димы Дриза. Я хочу поблагодарить, значит, Дима, тебя за... Это бесценный подарок, потому что картина, она несет энергетику. И человек, который писал эту картину, обладал в этот момент какой-то энергией, вкладывал ее сюда, в каждый мазок. И поэтому, созерцая картину, мы даже не представляем, почему одна картина у нас вызывает какие-то одни эмоции, вторая картина вызывает какие-то другие эмоции, а это с какими эмоциями художник писал эту картину, вот обратная связь идет на зрителя. Я очень люблю искусство, у меня небольшая есть коллекция картин, именитых художников, заслуженных художников, значит, и как бы не очень любителей художников. Я даже сам когда-то писал картины, пытался. Но пчеловодческая тема переборола это все дело. Поэтому еще раз благодарю Дима за столь хороший подарок. Я очень доволен. Теперь у меня в коллекции уже две картины на тему пчеловодства. Акация цветет, ульи, пчелы носят мед, нектар с акации. Положительная такая картина. Ну и вторую посылку мы получили. Это ульи Бихаус. Полиуретановые, о которых я уже говорил, мы для пробы брали три улья, да? Раз, два, три полиуретановых, и решили, значит, еще взять партию для того, чтобы вот попробовать получить удовольствие, по большому счету, от общения с этим ульем, от общения с этим материалом, от общения с технологичностью этого улья. Вот действительно, я когда его как бы начал использовать, ну, братцы, это много очень как бы положительных эмоций тоже вызывают вот эти ульи. Это сродни вот этой картины, которая передает положительные эмоции на пчеловода. И мы решили приобрести, организовать как бы точок отдельный чисто с ульев полиуретановых. Это другая система. Это ульи десятирамочные. Они мне как бы не очень, но 10 рамок я имею в виду, но точок этот будет небольшой, значит, справиться с ним как бы можно будет. И я хочу проверить, испытать, показать пчеловодам, которые, может быть, начинают, которые стоят перед выбором, какой улей выбрать, показать, как работает 10-рамочный, сравнить с 12-рамочными ульями. Вот эта вот система, как она работает, как зимовка в полиуретановых этих ульях проходит. Я хочу испытать в эту зиму, если все благополучно будет, а не так, как летом, что пчелы сидели в проголодь до самого подсолнуха. Мы не собрали, собственно говоря, толком ни пыльцу, ни прополис толком не собрали, потому что пчелам, по большому счету, не до этого было. Голодные пчелы сидели. Ну, надеемся, что зима будет нормальная, благополучная. Поэтому вот эти ульи мы испытаем и вентиляцию в них.
и весеннее развитие тоже в этих ульях. Сравним дерево с полиуретаном. Потому что, ну, отзывов я читаю много. Разных, всевозможных, довольно-таки, может быть, противоречивых. А у меня натура такая, я не проверю, пока сам не проверю. Вот мы и проверим. Вместе с вами посмотрим, значит, как пчел водить в этих полиуретановых ульях. Еще хочу тоже поблагодарить производителя за качество обслуживания. Во-первых, должен сказать, при общении очень довольно-таки корректное общение. С отправкой не задерживаются. Да, и, собственно говоря, сама упаковка, хорошая упаковка. Потому что, ну, добротный... Вот я как бы хочу сказать, что предприятие начинается с проходной, есть такое выражение, да? А товар, наверное, начинается с упаковки. И по упаковке можно сказать и сделать выводы какие-то о самом производителе. А, сюда. Значит, добротно упакованный. Упаковка хорошая. Ну, фирменная. Фирменная упаковка. Здесь как бы действительно видно, где вверх, где низ. Бросать, не бросать. Логотип стоят. Внутренняя упаковка тоже, ну, слушайте, упакован весь улей. Значит, упакован полностью, даже стянут, ну, что я могу сказать, кроме слов благодарности производителю. Отношение людей к своей продукции. Вот это вот как бы говорит само за себя. Поэтому мы для себя приобрели. У нас будет как бы это отдельный такой тачок небольшой для души. Вот. Ну и посмотрим, как вот эти вот ульи работают. А у вас расплод еще есть? Потому что переехали, еще даже ульи не развязывал. Не знаю, завтра поеду на пасеку, посмотрю. Потому что тут мне коллеги у нас как бы в регионе говорят, что пчела просела, пчелы стало мало в ульях. Значит, расплод еще там, где есть, где нету. Как по регионам с расплодом, потому что уже холодает. Хочу глянуть, что у меня делается. Может быть, пора уже собирать гнезда в зиму. Так что, если вам интересен канал наш, подписывайтесь. До новых встреч, друзья. Здоровья и благополучия. Пока-пока.